Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут. Новые сценарии онлайн-продаж. Современные возможности интернет-маркетинга. Как продавать в соцсетях и мессенджерах. Как контролировать сотрудников на удаленке. И как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, доброго дня! Приветствую всех на вебинаре компании 1С Bittrex. Мы действительно регулярно проводим вебинары, где рассказываем про бизнес с разных точек зрения. С точки зрения маркетинга, построения команды, построения продаж, работы в социальных медиа, много-много всего. Сегодня мы с вами говорим про работу в команде и про то, как не брать работу своих коллег на себя. В особенности это актуально, если вы руководитель, у вас есть сотрудники, и как-то так получается, что сотрудники перекладывают на вас часть задач. Ну или вы вынуждены контролировать. Вот сегодня об этом поговорим. Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу офисом 1С Bittrex в Санкт-Петербурге, и сегодня в том числе буду с вами в эфире. Немножко расскажу про регламент сегодняшнего мероприятия и перейдем сразу к контенту. Мы сегодня с вами примерно полтора часа, то есть в 11:30, в 11, вернее, мы начали, в 12:30 в Москве мы закончим. Что можно делать в это время? Ну, естественно, слушать спикеров, которые будут обсуждать тему, давать рекомендации. Если у вас есть волшебный чат, а он у вас у всех есть, то я рекомендую посмотреть него и его использовать. Для чего можно использовать чат? Можно отправлять туда вопросы, которые касаются сегодняшней тематики. Мы будем подсматривать в этот чат и интересные вопросы вытаскивать для того, чтобы ответить на них прямо в прямом эфире. Что еще можно с этим чатом делать? Можно в этот чат отправлять вопросы по Bittrex 24. Если вы пришли с вопросом, у вас есть он в голове, пожалуйста, то смотрите, отправляйте вопрос в чат. Коллеги сегодня с нами, коллеги, опытные интеграторы, которые умеют работать с Bittrex 24, не раз провели по маршруту от начала внедрения портала до завершения и CRM, и портала, много-много разных кейсов было, подскажут, ответят на вопросы. Если запись, и будет ли запись вопрос видел в чате, да, мы запись сделаем, отправим на ту же самую почту, по которой вы регистрировались, и, пожалуйста, можно будет ее забрать, наверное, ну, завтра, скорее всего, сегодня она сконвертируется, и завтра мы отправим. Так, что еще из регламентных моментов? Ну, наверное, все. Если вдруг у вас отваливается звук или свет, то самый быстрый и простой способ – это перезагрузить страничку. Браузеры Chrome, Mozilla, Safari подходят хорошо, если вы с мобильного телефона. Иногда не видно слайдов, мы во второй части будем показывать слайды, но я думаю, что все получится. В общем, если есть под руками компьютер стационарный, проще перенестись на него, и с него будет все окей. Так, друзья, наверное, переходим к основной части. Сегодня не один буду в эфире разговаривать. Мы сегодня пригласили Владимира Волошина как эксперта по тематике. Я немножко представлю Владимира. Владимир, выходите в эфир, а я чуть-чуть расскажу со своей стороны про вас. Владимир – наставник стартап-академии Московской школы управления Сколково, управляющий партнер консалтингового агентства Newman Sport. И вообще Владимир сочетает в себе два каких-то совершенно потрясающих направления деятельности. Это спорт и это бизнес. Мне кажется, что они очень тесно связаны, я про это всегда говорю, потому что спорт – это такая вот дисциплина. Если вы заглянете к Владимиру в Инстаграм, а я тоже рекомендую подписаться и посмотреть, то вы увидите ежеутренние пробежки по 10 километров каждое утро. Вот сейчас холодает, и многие из нас заперлись дома и больше не бегают. Я вот, например, смотрю, где бы мне взять дорожку, чтобы во время звонков ходить на ней. Но нет, Владимира не сломайте, каждое утро с кем-то из партнеров, коллег, интересных людей, он пробегает 10 километров. Это потрясающе. Владимир, во-первых, приветствую. Доброе утро, Миша. Рад видеть тебя в бодром здравии и в хорошем настроении. Да, отлично. Значит, то хорошее настроение вот Владимиру тоже очень свойственно. Я думаю, что мы его сегодня будем передавать вам, друзья. Итак, смотрите, мы сейчас про тематику команды, людей в команде и задач. Как эти вот три сущности курсируют друг между другом. И у нас в самом заголовке вебинара сказано, как не работать за других, за своих коллег. Вот, наверное, такой вопрос первый. Это система, знания или это люди? Может быть, это просто нужно нанять хороших, правильных людей и больше о чем думать не надо. Никаких строить, не знаю, IT-систем, никаких логических систем. Просто правильных людей. Так, нет? Миш, да, безусловно, правильные люди – это основа рабочей команды, которая может принести тот результат, на который мы целимся, а всегда результат будет больше, чем наши ожидания, потому что любой работодатель
генеральный директор, операционный директор, директора по направлению, они объединены одной какой-то большой стратегической целью. Собственно, куда компания бежит, и эту цель зачастую либо определяют акционеры, либо гендиректор, который работает на ключевой KPI, это доходность компании, собственно, прибыль, чистая прибыль. Выручка, системно работающие департаменты, сотрудники, каждый на своем месте выполняет поставленные задачи и так далее. То есть вот я считаю, что правильная команда, как вот мы с тобой в том числе иногда там общаясь, да, я говорю, количество, оно никогда не заменит талант. Иногда лучше долго, ну, чуть дольше потратить время на выбор сотрудника, который, например, на разных этапах развития бизнеса может дать больше, чем просто одна лишь его компетенция, за которую мы берем его в команду. Ну, предположим, мы берем там директора по продажам. А что еще он может, да, например, в наших условиях у нас есть оргструктура, которая связана с работой в офисе в одном из бизнесов. И в этом же самом бизнесе у нас есть вторая оргструктура, связанная с организацией спортивных мероприятий. Это все одни и те же самые люди, только их роли начинают меняться. И это означает, что на входе, на этапе адмиссии попадания в команду, мы должны взять человека как минимум способного работать в двух ролях. Я сейчас объясню. Предположим, он в офисе может заниматься финансовой документацией, потому что его ключевая компетенция в этом. А на спортивном событии он обладает компетенцией быть административным директором. То есть правильно расставить работу подрядчиков. Там оборудование, свет, звук, различного рода техника какая-то дополнительная, монтаж, демонтаж. У человека просто есть это в крови. И мы начали, собственно, вот с первых дней подбирать людей в команду по hard skills и то, что их в софте драйвит. А у них драйвер в софте – это любовь к спорту и способность, и организаторские способности, которые мы начали применять у себя. В итоге получается, что вместо двух людей ты имеешь одного человека в команде, но функционального и, самое главное, желающего развиваться в софтовой части. Многие, кстати, именно в спортивную отрасль стали приходить из обычного бизнеса, где он занимается, например, там, IT-безопасностью, бухгалтерией, продажами, маркетингом, SMM, чем-то еще, там, различного рода другими профессиями, такими классическими, там, инженеры, механики. А вот в душе у него есть какая-то страсть еще к чему-то. Вот мы как раз выступили таким работодателем, который давал возможность софтовую часть сильно развить. Но я бы хотел здесь еще одно отступление сделать, очень важное. Мы ведь говорим всегда про команду, которую, ну, давай там, с двух сторон. Одну команду мы собираем, вот у нас условно чистое поле, какой-то стартап, и нам нужно набрать команду. А вторая стадия, это когда я пришел, там уже команда есть, и мне нужно понять ее эффективность, функциональность, и как мы можем с текущей командой, с текущими людьми и их компетенциями, самое главное, там еще там, возможностью дообразовываться, обучаться и так далее, прийти к еще большей цели. Соответственно, у меня был опыт работы и 20 лет как наемный сотрудник, это когда мне нужно было работать с командой, собранной до меня. Так и предпринимательский опыт, это когда нужно было команду собрать с нуля. Почему я сказал, что я хочу сделать один комментарий? Наверное, все-таки нужно посмотреть, если мы сейчас общаемся с руководителями, да, у кого какой управленческий опыт возник, и что было самым первым. В кратком содержании предыдущих серий мой первый управленческий опыт начался, когда мне было 20 лет. Я завершил карьеру профессионального спортсмена и очень хотел работать в компании, которая соответствовала моим критериям. То есть не просто пойти за каким-то рублем, который бы мне вот там обеспечивал жизнеспособность и покрывал какие-то базовые потребности. А я помню, что я тогда составил четко список, что компания, например, должна работать с международными брендами или у нее должны быть представительства в разных странах. Там у меня должна быть возможность работать на английском языке, возможность путешествовать, общаться с коллегами на других рынках, потому что вот такие условия позволят мне гораздо быстрее перейти из стадии там, экс-профессионального спортсмена, посвятившего лучшие годы своей жизни спорту,
в профессиональной отрасли, где я могу разобраться, что, как, что устроено, на каких полках находится. То есть я не хотел изначально пойти в компанию, где, например, копится только одна какая-то языковая группа людей с одного маленького населенного пункта, мечтающая создать глобальный продукт. Такого не получится. Это я сейчас говорю, что такого не произойдет, если там нет смешения различного рода культур. Так вот, мой первый управленческий опыт начался с самого страшного сна, который может присниться только лишь вот молодому менеджеру. Я помню, когда пришел в компанию, я выбрал, кстати, компанию по этому чек-листу, пришел, напросился на встречу с гендиректором. Я говорю: слушайте, я хочу у вас работать в компании. Объяснил, почему. Он так все вежливо выслушал. Он говорит: слушай, а мы что, какое-то объявление, что ли, делали о найме сотрудников? Я говорю: нет. Я просто пришел, потому что я выбрал вашу компанию, вот хотел бы здесь работать. Он говорит: ну, слушай, у нас пока вакансий нет, поэтому гуляй. Но через неделю он позвонил. Он говорит: слушай, ты по-прежнему хочешь работать у нас? Я говорю: да, хочу работать у вас, ничего не поменялось. Он говорит: приходи, поговорим посерьезнее. И, собственно, вот пришел, и он говорит: ну вот смотри, значит, коллектив у нас там условно 30 человек, да, мы занимаемся тем-то, тем-то. Мы там работаем с импортерами, мы отвечаем за региональную дистрибьюцию. У тебя будут задачи следующие: продажи, склад, координация работы, там, безопасность, в том числе контроль за там складскими остатками, чтобы все своевременно пополнилось, и клиентский сервис работал с таким и так далее. Я говорю: да, все хорошо, понял. Проходит неделя, он ко мне приходит и говорит: слушай, как дела, все нормально? Я говорю: да, все хорошо. Он говорит: я тут все посчитал, небольшие есть сложности с продажами, в общем, нужно провести сокращение. Постарайся в течение недели уволить 14 человек. Как 14 человек? То есть я пришел, мне же никто не говорил, что надо увольнять людей. Я пришел сюда работать, создавать, управлять, не знаю, что угодно. Ты не представляешь, что творилось со мной вот в ночь до дня, когда мне нужно было собрать людей, причем уже был список вот этих жертв, о котором нужно было лично сообщить, что они попадают под сокращение. В этом списке были в основном женщины, у которых были дети, у которых были семьи, и которые еще даже не подозревали, что они уволены. И я сегодня, в 2021 году, этому случаю говорю гигантское спасибо. Потому что каждый раз, приходя на работу в качестве наемного человека, я понимал, я потенциально уволенный человек. Меня будут увольнять либо за мои результаты, либо за мои коммуникации, либо за мою энергетику, либо вообще по причине того, что я даже не знаю. Условно, завтра придет босс и скажет: ну, наша компания продана, вы все никому не нужны, вот получайте ваши там бонусы, спасибо, до свидания, остаемся друзьями. То есть все время в голове должен, я как сегодня, как руководитель, понимаю, что если я нанимаю человека на работу, то я несу перед ним в том числе ответственность, я не хочу, чтобы он завтра был уволен. А это зависит напрямую от меня, как от руководителя. Если я придумаю критерии входа, попадания человека в команду, то с высокой долей вероятности он будет приносить в два раза больше нам всяких вот этих бенефитов и быть вовлеченным человеком как боевая единица, чем тот человек, которого я уволю. Почему он решил тогда уволить этих 14 женщин? Потому что не то, чтобы там они концы с концами сводили, а просто они были низкоэффективными. Это ошибка адмиссии 95-го года. В 2021 году, когда мы выбираем людей в команду, адмиссия – это прямая ответственность руководителя, какой человек, по каким ценностям, по каким фильтрам он попадет, например, в команду. Зная это, мы в том числе, вот, собирая команды, начали придумывать эти фильтры из ниоткуда. Опять же, через собственный опыт. Посмотрите назад, кого вы уволили через 2-3 месяца и по какой причине. То есть не конфликт с человеком, а он не попал в какой-то ценностный ряд с вами. Или стал выбиваться из команды и, например, там, оттормаживать ее, не разделять каким-то образом там, не знаю, общую атмосферу или ключевую ценность, или страх перед тем, чтобы реализовать поставленную задачу, потому что она кажется сложной, человек никогда не работал с такими цифрами, с таким объемом клиентов. И вот, собственно, эти фильтры сегодня используются в каждом нашем бизнесе. И вот, ну, последний мы сейчас стартовали айтишный в дата-маркетинге,
с партнерами. И когда мы, вот четыре акционера сидят, мы говорим, мы по каким критериям будем набирать людей в команду? Один говорит, неважно, то есть можем взять и научить. Другой говорит, ну, наверное, чтобы английский знал. Третий говорит, ну, главное, чтобы в IT разбирался. Я говорю, ребят, так мы далеко не уедем. У нас должно быть с вами 20-25 критериев идеального сотрудника на этой позиции. Да, мы не найдем его, ну, потому что это идеальный портрет. То есть он должен там не курить, не пить, там, обладать чувством юмора, заниматься спортом, например, уметь общаться, у него должно быть хобби, он должен путешествовать, владеть иностранными языками, желательно несколькими, там, иметь какое-то качественное образование, не всегда высшее, потому что это сейчас уже не критерий. А, например, там, получить образование или поработать где-то на других рынках в разных городах и так далее. То есть мы вот это все придумываем сейчас. И когда мы понимаем, черт побери, мы не найдем такого человека на рынке. Но как только мы сообщаем во внешний мир, что мы ищем такого, находятся люди, у которых, например, 80% соответствия критериям. А если бы их не было, к нам бы просто попал человек, который занял бы чье-то место. И потом, через 2-3 месяца, потратив собственное время и энергию, мы бы вынуждены были с ним расстаться. Зачем? Именно в таких случаях, когда мы говорим, как не работать за там, своих сотрудников, это нужно брать вот таких чемпионов, отфильтрованных, да, которые не приходят на позицию подчиненного. Менталитет подчиненного — стоять и ждать. Босс, скажи, что надо делать. А как ты берешь условно там чемпиона, ты говоришь, слушай, мы тебя вызываем а-ля в сборную, как в спорте. В сборной все должны работать, потому что вас мало, и против нас условно играет другая команда. Их столько же, но по компетенциям, ребята, вы крутые, вы звезды. Вот здесь сразу начинается совершенно другая игра внутри команды. Это если чуть-чуть так развернуто, но из предыстории на тот вопрос, который мне задал. Вот прям получается, мы с самого начала начали. Если мы собираем команду, и если мы выставим себе такие критерии, то вероятность того, что мы потом за людей будем работать, сильно сокращается. Очень сильно. Очень сильно. Я готов поделиться этими критериями, если хочешь. Да? Да. Ну, надеюсь, что это будет полезно всем ребятам. И, может быть, кто-то из руководителей, кто сегодня нас смотрит, тоже подумает и придумает свои правила игры. Вот, например, мы берем человека в команду общительного. То есть нам нужны такого экстравертного типа сотрудники. А почему? Специфика бизнеса, например, в ивентовой компании связана с тем, что мы делаем спортивные события, и там очень часто происходят мелкие, средние и крупные форс-мажоры, которые невозможно было предусмотреть. Если человек интровертного характера, он просто не обратит внимания, замолчит эту проблему, а она может по цепочке там, через час или через три превратиться в катастрофу. Экстравертного характера человек, он начинает сразу звонить, писать, вывешивать красные флаги, там всех теребить. Ребята, мне показалось, здесь кабель оторвался. В общем, там, передайте по цепочке, всем нужно, чтобы кто-то что-то это исправил. То есть не интровертный экстраверт, который кубатурит и штормит внутри головы, а во внешнюю среду экономит звуки, а экстравертный экстраверт, такой вот прям основательный. Это первый критерий, связан со спецификой бизнеса. Второй критерий. Человек должен приходить с записной книжкой. Но если раньше, когда ко мне люди приходили в команду, там, 95-й год и так далее, у меня уже тогда был этот критерий, я говорю, идите, приходите на собеседование, приносите свою записную книжку. Тогда это было рукописные, да, там, телефоны, имена, что-то еще. Сейчас это мобильные телефоны. Вот, и зачем, ну, как бы, я спрашиваю про контакты человека, которыми он владеет. Мне важно понять через данное упражнение, кого он знает на рынке. И знает ли рынок этого специалиста? Как быстро внутри стартапа или небольшой команды он может начать взаимодействовать с внешним рынком, например, звонить, предлагать, продавать, принимать обратную связь и доносить до команды. Если человек попадает в маленькую команду с низкой или маленькой записной книжкой, он сидит и ждет, когда ему будут давать эти контакты. Через это упражнение я говорю, давай вот смотри, прямо на собеседование. Вот мы с тобой договорились, руки пожали. Давай просто вот сейчас на бумаге составим план на ближайшие 3 дня. Кому позвоним, с кем пообщаемся, с кем назначим встречи. И иногда бывает, что кандидат, он просто продает себя на встрече, говорит, я знаю то, знаю все. И вот ровно об это упражнение бьется все.
Либо человек после этого упражнения выплывает и говорит, да не вопрос, слушайте, завтра мы встретимся вот с этими, с этими, с этими. Здесь точно вот этот кусок технологии, который мы производим, он точно нужен. А вот этих мы пригласим, они нам сделают вот, вот такой-то сервис. И еще даже у нас есть в этой категории два контакта, поэтому мы сможем сравнить цены. Маленький бизнес не может себе позволить взять человека на обучение. Обучение должно происходить в боевых условиях. Винтовку выдали, пошел. Если большая корпорация, где я, ну, отработал 20 лет, у меня была неделя индакшена. То есть за неделю я должен был пройти по чек-листу всех топ-менеджеров и так далее. После этого меня мой босс вызывал куда-то там в кабинет и говорит, ну что, картинка сложилась? Сложилась. Все, иди шуруй. Неделю корпорация может пережить, а микро, малый и средний бизнес не может. Значит, второй критерий – это записная книжка. Контакты критические имеют значение. Может быть, их не так много, но их качество точно. Третий критерий. Так как, например, в одной из компаний мы занимаемся организацией спортивных мероприятий, то любой сотрудник в нашей компании должен заниматься спортом. Еще раз, это не обязательно триатлон, там, марафоны, какие-то заплывы. Если он или она еженедельно, раз, два, три, четыре в неделю – ходит на плавание, на йогу, на пилатес, на медитацию, на что-то еще, на танцы, то мы понимаем, у этого человека внутри жизни есть ценностный ряд, соответствующий той динамике, с которой мы работаем внутри. У нас все занимаются спортом, и самое главное, мы создаем продукт для таких же людей. Человек, который изнутри не может увидеть глазами продукт, создаваемый для целевой конечной аудитории, может оказаться просто бесполезным в команде. Мы это видели, серьезно. Вот, поэтому там третий критерий, соответственно, он или она должна заниматься спортом. Вот представь, экстраверт с записной книжкой занимается спортом, бухгалтер. Вот а последний не бьется прямо в представлении. Да, ну, или, например, айтишник. Или, например, там офис-менеджер, уже теплее, или уже там директор по продажам, или директор по маркетингу, или директор по спонсорству и партнерству, SMM, финансовый, бухгалтер, ну, все вот это собрать. Представляешь, если они все сходятся как минимум по трем, они между собой начинают совершенно на другом языке общаться. И мне, как руководителю, гораздо проще управлять вот таким коллективом, да, они разные по возрасту, разные по уровню образования, разные по социокультурным каким-то аспектам, разные по доходам и накоплениям, о которых я могу не знать, но и так далее. Но есть вещи, которые их связывают. И в этом поле они становятся, ну как, точно, процентов на 20, на 30 вырастают, улучшаются коммуникации, кроссфункциональные, да, межкабинетные, коридорные, какие угодно. Потому что у них есть что-то общее. Вот сейчас мы говорим про команду, которую мы набираем и создаем. Если наша аудитория там, или часть слушателей попали в ситуацию, когда они с готовой команде пришли, вот она уже есть, что делать, болезненный вопрос? Увольнять, менять, перестраивать? Нет, смотри, увольнение – это довольно-таки жесткое, ну, жесткое решение. Наверное, скорее всего, ну, там, мы про увольнение говорим, если это какой-то критичный случай должен быть, да, связанный с дисциплиной, с моделью поведения, с различием в ценностных рядах и, ну, прочими вещами, которые нарушают общий уклад, порядок. Вот увольнение в этом случае. Хороший руководитель, он всегда как разыграет фигуры на шахматной доске. То есть, если, например, давай так вот, знаешь, я просто расскажу, с чего я обычно начинаю. То есть помимо собеседования, например, у меня еще где-то там может, ну, с финальными кандидатами, еще может быть там до 60 минут дополнительные беседы не про бизнес вообще. Лежит в поле хобби, лежит в поле увлечений, мечт, амбиций, планов и так далее. Если я не владею этой информацией, я ее буду заставлять выполнять текущую работу, которая нужна в моменте. А если у человека есть мечта, и мы можем помочь ему эту мечту осуществить, внутри нашей команды, то, зная это, человек начинает по-другому относиться к работе. Как только ты пообщался с человеком про его ценностные ожидания, как правило, вознаграждение денежное переходит на вторую или третью строку.
А на первую переходит эта возможность в коллективе научиться, вырасти и, возможно, через какой-то период времени самому принять решение, что я перерос эту организацию, я хочу идти дальше. Вот тогда мы создаваем... Моя задача, наверное, все-таки через подобные упражнения создавать партнеров, будущих партнеров, потенциально которым мы можем работать, например, по новому направлению. Ну, вдруг человек говорит, слушайте, вот у меня там творческая составляющая гигантская, я люблю делать мерчендайзинг, наградную атрибутику, там, футболки. Если это вот критически много, и там компетенции управленца скопились, мы можем вообще отдельный бизнес создать, он будет и нас обеспечивать, и еще внешний рынок. Но только с такими людьми. Вот модель будущего создания команд, это в том числе через выращивание потенциальных партнеров. Они могут ими стать, могут не стать, но в культурном коде это должно быть зашито. Очень интересная мысль. Мы сейчас попробуем дать участникам такое домашнее задание, оно не обязательное по желанию. Смотрите, если у вас есть критерии уже сформулированные, вы сейчас нас слушаете и говорите, да, мы так и делаем. Мы пропускаем через фильтр, только у нас там не 20 критериев, а 4. Отлично, можно подумать, чуть расшириться, чтобы попадать в более точно в сотрудника. Если таких критериев нет, попробуйте их создать. Ну, это классное упражнение, не знаю, прямо сейчас на вебинаре или вечером, через час, когда-нибудь записать себе там сколько-то критериев на вход сотрудников, которые у вас должны остаться в дальнейшем. И еще одна классная мысль, которая мне сейчас прямо у Владимира нравится, это сотрудник на вырост. Такой не себе на вырост даже, а на его. То есть ты выращиваешь сотрудника, чтобы он стал больше твоей компании. Он может стать потом партнером, может возглавить направление, может вообще соседний бизнес внутри вашей группы компаний уже, да, сделать. Это такой драйвер, который идет дальше. Очень классная история, мне прямо она очень нравится. Мы сейчас можем поднакидать идеи, то есть смотрите, очень здорово, если ты находишь человека горящего и понимаешь, чем он горит. Если это какие-то специализированные бизнесы, например, спорт, и человек любит спорт, все понятно, отлично, вы совпали, и вот оно увлечение, которое переросло. Если есть специфика, человек любит, не знаю, делать сувенирку, или он любит делать мероприятия, или он сам вне себя от оптимизации налогов, есть такие люди. Вот вы поймали, значит, интерес человека и даете ему реализоваться. Что еще может? Можете в комментарии понаписать, что теоретически может такое быть. А мы сейчас можем с Владимиром тоже подумать и подкинуть идеи. Что может быть такое, что, чем человек увлечен, как это найти, и что может ваша команда ему дать? Из разряда у меня сейчас команда, не знаю, там 8-10 человек, и кажется, что я ну, не супер глобальный, не какой-то супер интересный. Могу ли я найти в себе, в команде эти качества, чтобы кого-то заинтересовать? Да, Миш, смотри, вот на этапе, когда мы забираем уже человека в команду, у меня в том числе есть еще один вопрос, он открытый, причем по-разному люди на него реагируют. Я говорю, а чему ты можешь научить нашу команду? И кто-то отвечает, слушайте, ой, а я классно готовлю. Я говорю, да, здорово, молодец. А что любишь там? Ну, разберемся в гастрономии. Я говорю, смотри, вот у нас, например, там раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев мы куда-то выезжаем для того, чтобы пообщаться и так далее. Давай в следующий раз на выездной нашей сессии ты проведешь какой-нибудь мастер-класс. Мы специально с тобой выберем место, куда мы пойдем, приготовим там. Ты можешь пригласить своих друзей, шеф-поваров, если вдруг такие, если нет. Все ингредиенты, готовка, мы всем поможем, но ты будешь вот лидировать эту историю. Второе, например, там человек говорит, слушайте, а я круто считаю. Вот прям недавно у меня как раз на пару недель назад мы там собеседовали одного кандидата, и он говорит, ребята, я, знаете, я просто тащусь от операционки. Думаю, господи, что это такое? Святой человек. Как-то... редкость какая-то. Он говорит, вот мне, говорит, общее управление, general management, это, говорит, не мое, а вот операционка, я прям как рыба в воде. Я говорю, здорово. То есть вот, я понимаю, что если мы сейчас договоримся, мы возьмем его в команду, то у него будет право рассказать нам про вот эту любовь, почему, как, из чего строятся операционные процессы, где эффективность можно словить, где какие ошибки происходят, почему. Любой человек, ты и я, люди, которые нас слушают, в чем-то являются экспертом. Старая модель управления персоналом – это типа копай вот от меня и до там, следующего столба. И не спрашивай зачем. Вот докопаешь – приди и доложи. Да? Сейчас все-таки мы понимаем, что новое поколение сотрудников, они либо превращаются в кузнечиков, либо они оседают здесь и понимают, что зачем мне дергаться. Здесь хорошая команда,
с уважением относятся. Главное, что ценят вообще меня не за то, что я там классный бухгалтер, а из-за того, что я просто хорошо пою. Меня часто приглашают внутри команды, то есть меня ценят просто как человека. Вот эти, мы же знаем, что, ну, как бы я-то только с корпоративной, с темной стороны это все вынес, что ты приходишь в компанию и в бренд, с которым ты хочешь работать, а уходишь от человека, от людей. Потому что там есть всегда в коллективе люди, которые начинают обесценивать то, что ты создаешь. Но вот это происходит только тогда, когда культура неоднородная. Да? Uh-huh. Как говорят, это внутренняя, как это, внутренняя культура съедает стратегию на завтрак. Вот да. Чтобы ни одна стратегия не пострадала, нам нужно эту культуру создавать даже с маленького, супер маленькой команды. Это может быть 5-10 человек. А если мы уже выросли 50 или 100 человек, то на первое место вообще выходит культурный код, ценности. Это то, что нас объединяет, и это то, что нас отличает друг от друга. В чате прям очень хороший вопрос, мы начали на него отвечать, но, может быть, сейчас подрезюмируем. Здорово растить сотрудников, но очень часто они встают и уходят на большую зарплату. Как к этому относиться вообще? Ничего личного, это бизнес. Ну, как бы, если мы не можем... давайте так, если сотрудник этим спекулирует или шантажирует, что типа вот мне сделали предложение с внешнего рынка, мы платим 150, а там предлагают 200. Я, если как работодатель не знаю причинно-следственной связи, что ему действительно нужны денег больше, потому что у него ипотека, например, там ребенок родился недавно, или там он мечтает переехать теперь из однокомнатной квартиры в двухкомнатную или начать снимать поближе к офису, то тогда, не зная этого, я пойму, типа, ух, какой плохой, я его тут кормил, поил, грел, давал работу, а он из-за 50 тысяч берет и уходит с места, где мы тут... Это проблема руководителя. Если я понимаю, что ему нужна сейчас потребность в деньгах, и у меня какая-то возможность есть, я лучше дозагружу его на полторы ставки и дам еще какую-нибудь работу, чтобы он получал 200. Но если человек готов справляться, если он все-таки это... спекулирует, да, вот этими штуками, надо отпустить. Нет незаменимых людей, это факт. То есть вот тот самый случай, уволь 14 через неделю, я понимаю, что ничего не изменилось в этой жизни. Мы всегда найдем новых людей, которые хотят работать, да, на разных, собственно, позициях. Еще очень важно, почему это происходит. Это из-за того, что, скорее всего, я сейчас не знаю конкретный случай, но, например, во-первых, как бы сотрудников на входе надо тестировать. Обязательно. То есть Myers & Briggs хорошо работают. Практически в США, например, даже детей тестируют в детских садах и в школах, чтобы понимать, они по типологии кто. То есть они куда попадают. Мы почему-то берем на работу людей, не тестируя и не понимая, какой тип человека мы приняли к себе. Вот у нас вся команда – это кусочки пазлов. У нас есть пустое место. Это место, оно должно соприкасаться по характеристикам вот по таким-то, да. Если мы набираем людей со схожими характеристиками, там рано или поздно произойдет конфликт. Конфликт всегда возникает, когда кто-то занимает чье-то место. Вот так в футболе случается. Представляешь, вот там в одной команде два игрока на одну позицию претендуют. Будет конфликт. Если это два игрока в разных командах на одной и той же позиции, тогда это соперничество. Вот как работодатель, я понимаю, во-первых, типология должна быть на тестировании, тогда это снижает процент риска, связанного с увольнением человека или переходом его только за длинным рублем. А второе, это то, что если, например, он меня тем самым шантажирует, значит, скорее всего, он уже приблизился к определенной границе. Есть такие четыре блока. Новичок, опытный, звезда, террорист. Новичок все впитывает, ты его там учишь, даешь ему какие-то сложные задания, твоя как бы метод делегирования даже меняется. То есть ты больше проводишь с этим человеком. Потом он уже опытный, меньше даешь как бы контроля от себя, больше доверяешь человеку начинать приносить результат. Звезда. У него есть компетенции, хорошие результаты, и он рискует вот перейти в следующую стадию, на границу терроризма.
Это когда знаю все, компетенции на высшем уровне. Не буду работать и буду только вот там всякие иголки втыкать в куклу Вуду. Саботировать. Для того, чтобы, да, саботировать. И вот там тоже сидит эта самая история. Типа завтра он приходит и говорит, 200, дружище, если я разобрался в этой модели, лучше отпустить. Ну, поговорить и отпустить. Две мысли отсюда вынесу. Одну из комментариев, которая мне тоже нравится, что не страшно учить людей и бояться, что они уйдут, страшно, что ты не научишь, и они останутся. Это вот известная фраза. То есть, если ты выбираешь кандидата, который может тебя перерасти, по дороге он тебе пользы принесет больше, чем тот человек, который просидит у тебя много лет, никуда не уйдет, будет работать на той же зарплате. Это вот первая мысль. И вторая отсюда, всегда нужно понимать внутри мотивы человека. Если он говорит тебе, хочу больше денег, или хочу другую работу, или еще что-то, чем-то он недоволен, нужно докопаться, откуда это идет. Простой терроризм, хочу, ну, мне здесь не очень, а предложили больше, окей, тут вряд ли вытащить ситуацию можно. Если вы можете повлиять на причину, там, не на следствие, то очень хорошо. Мы затронули очень классный момент с делегированием, вот сейчас начали про него говорить. Делегирование – правильная, полезная история, там много про это можно говорить, но есть типология. Новичок, да, там, профессионал, звезда, террорист. По-разному происходит этот процесс там, делегирования, передачи задач. Угу. Да. Ну, опять же, если бы у меня не было опыта работы в крупных компаниях, я бы, наверное, применял как руководитель один какой-то стиль делегирования. Он был свойственен бы мне, но другие люди, кто-то бы это воспринимал норм, а кто-то бы воспринимал это, слушайте, что-то странно. Ну, например, там, сейчас я совершенно точно понимаю, что на разных стадиях развития сотрудника нужно менять разные стили делегирования. А первый стиль делегирования – это как раз вот, я условно называю, давай пройдем этот путь вместе. Это когда ты берешь человека на работу. Если, например, в компании отсутствует книга знаний – это когда мы описываем этапы развития компании – там, по годам, по достижениям, по клиентам, прямо в реальный документ, то мне придется все это проговорить этому человеку. Я просто потрачу больше времени. Если такая книга знаний ведется в компании, ее пишут с первых дней, то я могу просто человеку дать эту книжку почитать, условно, там, не знаю, 100 страниц про то, как мы этот бизнес создали и как мы пришли в точку в текущем моменте. А потом с ним поговорить, слушай, скажи, что и в чем нужна помощь, я буду всегда рядом с тобой. Условно, на ближайшие 2-3 месяца я твой наставник. Можешь подходить, спрашивать, нет глупых вопросов, я полностью твой. Моя задача, чтобы ты почувствовал, что здесь тебя ценят, что ты здесь можешь развиться, поэтому будь открытым. Да? Не надо экономить вопросы. Возможно, здесь тоже небольшую притчу, да, расскажу. Она состоялась со мной, когда я заканчивал Executive MBA в Московской школе управления Сколково. И у нас был один из модулей, это связано с проектным управлением. Был профессор из Кембриджа, он на одном из модулей дал нам задание. Объяснил, пробрифовал и выдал. Там у нас было 80 человек в группе, объединенная такая, там две группы параллельно, которые учились. Он нас разбил по команды, примерно 20 команд. И там забрифовал на строительство моста из кубиков Лего. Он говорит, вот все, у вас есть 20 минут, вы расходитесь в брейкауты, ваша задача высыпать эти фигурки, у вас всех одинаковое количество в пакетах, и собрать вот этот мост. Он примерно должен в длину быть 1,30 м, соответственно, в высоту он должен быть таким, и он должен быть сводчатым, соответственно, у вас он не должен просто упасть. Вот, народ ринулся делать, а меня, например, еще там одного моего однокурсника, он остановил, говорит, ребят, так, вы пойдете за мной, значит, смотрите, я сейчас буду подходить к каждой группе, снимать на телефон, на видео, как у них идет процесс, вы стойте за моей спиной, слушайте, что они говорят. Я потому что могу пропустить очень важный вопрос с их стороны. Он звучит так-то. Если вы услышали этот вопрос по плечу меня, я всю камеру записи останавливаю, сажусь с этой командой и начинаю работать.
Значит, мы пошли по группам, как обычно бывает, там на первой минуте все хихи-ха-ха, взрослых людей заставили играть в Лего, потом, собственно, начинается реальная работа, потом все понимают, что осталось 15 минут, потом 10 минут, потом 15 минут прошло, осталось 5 минут, начинается вот этот тайм-прешер, который есть в бизнесе, да, дедлайн, там тебя уже прижали к стенке и только лишь давят этим вот прессом, что скоро ты треснешь. И подходим к какой-то группе, там предпоследней, он с этой камерой, он говорит: ребята, как идут дела? Поворачивается один из там наших сокурсников и посылает его в далекую даль на три буквы. Он понял, что его послали, ну, мы пошли дальше. Собственно, 20 минут. Заходят группы, из 20 команд, у трех команд получилось криво-косо мосты. У всех остальных они развалились. Он говорит: ребят, задача была не в построении моста. Вы просто вот тупо пошли выполнять задание. Он говорит: смотрите, помните, я к вам подходил, все снимал, за мной, за спиной стояли два человека. Их задача была услышать в какой-то момент, если вы вдруг кто-то осмелитесь, попросить меня помочь вам построить этот мост. Это же я вам дал это задание. Ну, то есть я строил эти мосты и ломал, и строил сотню раз. Как ты думаешь, какое количество команд, состоящих из генеральных директоров, попросило профессора помочь ему построить? Им построить этот мост? Я думаю, никто. Ноль. Зная это, когда приходит новичок в команду, ты настраиваешь его таким образом, что нет глупых вопросов. Любой вопрос, приходи, спроси, мы прошли этот путь, мы его поможем тебе, ну, там, решить. Не задаешь вопросы, значит, все понятно. Дальше, собственно, это стиль делегирования. Стиль, давай так назовем, там, доверительный. Это когда я уже понимаю, что человек опытный, что у него есть компетенции, он, кстати, сам пробивной, проактивный. Он иногда приходит и говорит: слушай, у меня вот, я подумал, вот эта идея, да, которую ты там озвучил, если мы чуть-чуть доработаем, мне кажется, тут гораздо круче сработает. Вот, по крайней мере, давай попробуем. Я когда это слышу и вижу, я понимаю, что у человека есть трезвый расчет, что он вообще, в принципе, сначала сделает план, потом сделает шаг, то ему можно чуть больше доверить. Uh-huh. Доверительный он как раз такой: слушай, мне кажется, ты прав, давай попробуем, посмотрим. Только обязательно расскажи, что ты почувствовал, что ты узнал, как отреагировали клиенты и как, собственно, выглядит вот то, что мы там сейчас им предлагаем. Все, человек уходит, у него все на подъеме, ему доверяют, у него там лояльность колоссальная. И все. Кстати, делегирование – это равно доверие. Вот, ну, да. Забегая вперед, то есть мы говорим про то, что если я не делегирую, работник считывает это как «мне не доверяют». А другой стиль – это когда, ну, условно, там, директивный, такой армейский, да? За вопросы не задавать, задание выдано, приказ получен, иди выполняй. Из точки А в точку Б результат твой такой принеси. Такое часто встречается. Особенно, например, в компаниях с гос чем-то. То есть там в приказном порядке человек не принадлежит себе, но только так там выполняются задачи и приносятся результаты. Если мы частная компания, и мы включаем вот такой режим, любой новичок, который к нам придет, он скажет: сорян, я вообще-то не в ту дверь зашел. Потому что у людей другой уже склад ума, и многие еще, ну, грубо говоря, там, девушки, например, в армии не служили, они точно не поймут, как можно вообще управлять подобными вещами. Но если я осознанно иду в компанию, где такой стиль делегирования, ну, я просто должен быть к этому готов. Вот и все. Как правило, очень высокая текучка в таких компаниях, потому что люди не выдерживают, когда ими начинают управлять, и они полностью не принадлежат себе. И есть такой, вот тут, знаешь, я бы... Да. Остановился немножко, уточнил. Сейчас кажется, что мы раскрасили вот такой директивный стиль делегирования в темный цвет и сказали, что это нехорошо. Есть ли кейсы, когда это нужно, когда это работает? Про армию тоже комментарий от тебя, условно, система образования школьная наша примерно так же построена. Ты сидишь, слушаешь, отвечаешь, когда тебя спросят, если поднял руку. Смотри, о специфике бизнеса, да, например, у нас есть ребят, которые связаны с производством, там, спортивные экипировки или еще чего-то, там зачастую директивный метод управления, он вполне работает, потому что это связано с
ну, там, безопасностью труда, со сроками, с конкретными там, объемами и отсутствием браков. В противном случае это колоссальные потери для компании. Но вот буквально недавно я был в Мурманске, и там на пробежке к нам пришла одна девочка, она работает в сети парикмахерских. И она говорит: ребята, все, я опаздываю, я убегаю с вашей пробежки. У меня в 8 часов ровно, прямо вот я пробиваю карточку, я должна быть в офисе. Сеть парикмахерских. И вот такое директивное управление. Что-то у меня не срослось. Но в итоге, как бы, я понимаю, что человек там долго точно не просидит. В этот же вечер мы встречались, я говорю: слушай, извини, сколько месяцев ты работаешь там? Довольна ли ты этим? И вообще, то есть, рассматриваешь ли какие-то планы на будущее? Она говорит: слушайте, я уже давно подыскиваю, как мне оттуда вырваться. Потому что я не могу, у меня не остается времени. То есть, даже я бы могла бы быть более эффективной, если бы не было вот такого же скача. А так, получается, я это время должна провести в офисе от звонка до звонка, и я постоянно под контролем. То есть я что-то выполню, но иногда бывает, я просто растягиваю задачу в пространстве, чтобы просто, ну, не попадать за эти пределы рам. Поэтому специфика бизнеса. Да? Производство ок, там еще где-то нормально, а вот какие-то такие софтовые бизнесы, где сервисная составляющая большая, там это может сильно навредить. Можем двигаться дальше? Да. Есть же еще один стиль. Есть еще один стиль такой, знаешь, как бы секретно-потайной. Делегирование – это когда... ты приходишь к руководителю. Это руководитель, который не ставит четких задач. Это ужасно. Вот для меня это невозможно. Я не могу там не озвучить человеку цель, чтобы он не понимал. Если мне скажут, ну, типа, ты что, сам не знаешь, что ли? Ну вот иди и делай, я же тебя нанял, зарплату плачу, вот ты мне приходишь, еще и мозг взрываешь. Что, чего, сколько продать? Иди продавай, я потом оценю все и вынесу свой вердикт. Такие руководители тоже бывают, и такой стиль делегирования присутствует. Буквально недавно, в том числе, у меня со знакомой было общение, она возглавляла маркетинг в крупной компании, это был, ну, marketplace, он существует, и вдруг что-то из-за любви ее поперло в спорт. И она приходит в спортивную организацию, это спортивно-юношеская детская школа и так далее, и вот она говорит: я не могу, руководитель не ставит мне четких задач. Я говорю: так ты ему скажи, что ты пришла с такой культурой, ты работала в корпорации, у тебя были четкие цифры, сколько продать и вешать в граммах в месяц, сколько нужно клиентов и так далее. Она говорит: я захожу к нему, он меня смотрит и говорит: ты же сама все знаешь, иди делай. В общем, это тоже короткий эффект, потому что если руководитель в одном лишь только стиле работает, делегирование, то с высокой долей вероятности, ну, новое поколение, оно может просто недолго задерживаться там. Мы же говорим про то, как не работать за других. Да. Это действительно про талант руководителя менять как покер-фейс стиль делегирования под каждого сотрудника, который находится в команде. В противном случае и результата не будет, и руководитель, ну, каким-то образом, может быть, если это частная компания, вряд ли сам там долго продержится. Два очень больших блока, и, ну, не критерия, блока, наверное, правильно, мы сейчас затронули, как не работать за других. Первый – это люди и подбор людей. И мы поговорили про то, что есть критерии, должны быть критерии, потому что если вы набираете вслепую, то попасть в точный результат очень сложно, если вы через этот фильтр людей не пропустили. Это работает и на срок жизни человека внутри компании, и на пользу, которую человек приносит, и на его инициативу, и вообще на... схожесть компании и человека. Это очень важно для того, чтобы делать, ну, не линейные простые задачи, там, не на кассе товар пробивать, сейчас я утрирую, но тем не менее, чтобы сделать что-то креативное, развивающее. И про второй блок мы сейчас поговорили, что чтобы не делать работу за других, нужно правильно ее делегировать, правильно отдавать. И вот здесь это уже полная ответственность руководителя, умеет он так делать, не умеет, видит ли он человека, может ли он считать... дать больше свободы или быть жестче, там, поставить какие-то контрольные точки. Я бы хотел вот здесь завершиться вопросом про доверие. Мы его затронули, что любое делегирование там, и работа в команде – это про доверие. Есть ли какие-то градации доверия? Или я там полностью всем доверяю, работайте, я потом проверю, оценю вас, как в последнем стиле делегирования. Или есть разница в доверии? Доверяй, но проверяй. Это же не случайно люди говорят, да? То есть у тебя должна быть определенная сверка. Если ты человеку доверил больше, чем всем остальным, то количество контактов, сверки, как идет прогресс, должен быть адекватным. В
том числе. Ну, то есть он не должен быть, типа, я тебе доверил, через месяц приходи. Если я тебе доверил, значит, мы будем там через день или раз несколько в неделю сверяться по тому, как это идет. Это меня, наверное, научила работа пейсмейкера на забегах. Mm-hmm. Это когда ты становишься на старте, и твоя задача 42 километра пробежать в ровном темпе, но с тобой будут бежать люди, и ты их должен довести до финиша. В ровном темпе, без ускорений, без замедления, там, с учетом внешних факторов и так далее. И однажды я просто увидел, что если на старте за мной, например, там 2000 человек, это на московском марафоне, то на финише со мной 10-15. Что это означает? Что мы их как шлейф растеряли где-то по дороге, а 10-15 они выдержали темп, они просто готовились к этому, а все остальные вышли на какой-то силе мысли. Теперь возвращаемся в офис. Uh-huh. У нас на начале любого проекта всегда толпа желающих людей. Ну, грубо говоря, ты собрал команду, эгегей, побежали, все такие, да, классно, мы это все сделали. На финише с тобой 1,5 сотрудника, которые дотянули этот проект до конца. Причем он может быть, ну, там, месяц, два, три, может быть, даже дольше, в зависимости от специфики бизнеса. Там, работая в алкогольной индустрии, я понимал, у меня, например, чтобы привести продукт на российский рынок, это минимум 6 месяцев скрупулезной до запятой сертификации продукта для того, чтобы получить декларацию на импорт и ввести этот продукт сюда. Ошибка в одну запятую будет означать на российской таможне новый продукт. Да? И это что же получается? Мы 6 месяцев угрохали, то есть ради из-за того, что просто упустили одну запятую или цифру неправильно после запятой поставили. Поэтому там сверка должна быть. Я доверяю человеку, который проведет процесс сертификации продукта, но я перепроверю все еще раз. Никто еще никогда не жаловался на двойную проверку. Никто. Поверь. Это в том числе не то, чтобы я не доверяю, а я, ну, там, создаю культуру. Если ты глаз замыленный, пришли мне на финалочку. Я все посмотрю еще раз, задам тебе вопрос, если все ок, то ок. Понимаешь? Вот прямо очень интересно про двойную проверку и про не обижаться. Не раз встречался с комментариях, когда мы проводили ивенты про контроль и там проверки дополнительные. И очень часто говорят, что меня контролируют, ну это даже не там в 8 прийти, там в 5 уйти, а любой контроль дополнительный означает для меня, что мне не доверяют. Есть ли какой-то рецепт, может быть, как этот контроль производить, чтобы не было ощущения, что я тебе не верю и за тобой вынужден перепроверять? Работа с агентствами научила. Количество итераций. У нас есть разрешенное количество итераций 3. Uh-huh. Я тебе отдал задачу, ты ее выполняешь, присылаешь, что получилось. Я просматриваю, если все ок, идет подтверждение. Если есть где-то необходимость поправок, отправляю тебе. И последняя итерация – это принятие решения. Человек, когда знает, что он играет в правилах 3 итераций, это не контроль, а это правило внутри. Мы принимаем решение через тройную итерацию. Uh-huh. Кто будет обижаться, если правила приняты, и ты под ними подписался? Просто эти правила должны быть, ну, как бы прозрачными и понятными. Вот и все. То есть мы озвучиваем причину контроля. Мы говорим, да, мы да. контролируем потом. Если больше 3 итераций, значит, что-то не то с сотрудником и с его компетенциями. Это, кстати, для руководителя тоже алярм и лампочка. Звонок посмотреть, неправильно отдал или человек не способен взять. Совершенно верно. Угу. Близимся к финалу первой части. И вот здесь есть вопрос от участника, от участницы. Любовь Романцова спрашивает, как можно получить обратную связь по критериям? Вообще можно ли там к вам напрямую стукнуться, поговорить про там критерии, или есть какое-то просто ментальное упражнение проверки, правильно ли я придумал себе критерии для приема сотрудников, насколько я понимаю? Можно и стукнуться, и написать в директ в Инстаграме, я с удовольствием отвечу. А второе, хочу ответить, что правила мы придумываем сами, и нет каких-то общих, общепринятых таких вот критериев. Мы их придумали благодаря своим ошибкам. Мы поняли, почему мы уволили того или иного человека, потому что она не занималась спортом, и мы долго ей объясняли, чем занимаются наши клиенты, как они живут изнутри. Картинка изнутри не совпадала. Человек видел mm-hmm. только картинку с внешнего мира, как происходят события. А изнутри дизайн мышления отсутствовал. Мы такие, все, значит, этот критерий мы добавляем. Я и могу придумать совершенно дурацкие какие-то критерии, которые будут вызывать восторг у людей на собеседованиях, но через данные критерии я, может быть, просто буду проверять предмет там,
есть ли вообще чувство юмора у человека? Ну, потому что и скорость реакции. Не берете без чувства юмора? Нет, слушай, это самые сложные люди. Вот реально, ну, вот где-то, если можно там взять с человеком, человека с чувством юмора, лучше взять такого. Он не должен быть скоморохом и каким-то шутником, там, стендап-шоу мне в офисе не нужно. Но у него должно быть правильное чувство юмора. Там, в работе, в балансе и так далее, чтобы было, ну, чтобы атмосфера была правильной. Владимир, спасибо огромное. Мы не успели, на самом деле, многие вопросы обсудить. Это повод нам встретиться еще раз, поговорить. Я думаю, что мы придумаем, как это сделать. Очень ценные советы. Мне, правда, очень понравилось. Я надеюсь, друзья, что вы вынесли для себя несколько таких пунктов, которые нужно сделать внутри компании и улучшить либо передачу дел, либо найм сотрудников, либо подумать, не знаю, вот про страшное слово увольнение. Пример болезненный, но многому научивший в 20 лет. Повторять вряд ли добровольно кто-то захочет, но опыт очень классный. Владимир, спасибо огромное. Мы спасибо большое, увидимся, Михаил. Я надеюсь, да. Спасибо. Хорошо. Хорошего дня. Да, друзья, мы с вами переходим ко второй части. Мы во второй части посмотрим что? Мы посмотрим на чуть глубже на методы, которые можно делегировать и контролировать, и посмотрим на интерфейсы Bittrex24, которыми можно пользоваться для решения таких задач. Значит, есть презентация, которая называется вот так, вот как перестать работать за всех. Я сейчас буду по ней пробегаться. Правила точно такие же. Можно в чате задавать вопросы, я буду подсматривать. И если есть остались вопросы по Bittrex24, точно так же можно посмотреть. Спрашивают Инстаграм Владимира. Вот если Владимир ссылку запостит, будет понятно. Но вообще Владимир Волошин, поискать в Инстаграме, я думаю, что вы достаточно быстро ответ найдете. Так, бежим тогда по презентации. Что такое управление? Вообще управление, как мы отдаем дела и как это называется, такая деятельность, мне нравится определение, что это выполнение работы силами других людей. Такая деятельность над деятельностью. Я управляю другой деятельностью. Вроде бы все понятно, там, несложный процесс. Теперь скажите мне, пожалуйста, друзья, кто делает работу за своих сотрудников? Можно прям в чат какой-нибудь там плюс, там, да, окей, там, что-нибудь, как-нибудь помашите мне рукой. Я вот тоже подниму руку, что я тоже грешен. Я хочу пробежаться, наверное, по ключевым причинам, почему так получается с нашей стороны, со стороны руководителя, например, и почему так получается со стороны, например, сотрудника. То есть я тоже не в одной роли, я в двух, я могу посмотреть с двух сторон. Итак, значит, что получается, когда мы не отдаем задачи, я про причины, ну, примерно написал вот здесь несколько фраз. Почему мы не отдаем дела? Это такой страх немножко, что сотрудники сделают не так, сделают не вовремя, хуже, чем я, или сотрудники не хотят, или мне там объяснять дольше, чем самому сделать. В общем, у нас всегда есть куча причин, почему задачку нельзя отдать. Я постарался сделать такие проверочные вопросы для человека, чтобы начать делегировать. Вот проверочный вопрос, чтобы этот страх преодолеть. Значит, первое – это синдром специалиста, что я сделаю круче, чем все остальные мои сотрудники, потому что я там 10 тысяч часов провел, а они вот только-только начинают. Тут проверочный вопрос, могут ли мои сотрудники сделать в принципе за меня какую-то работу, какую-то деятельность. Есть правило, что можно делегировать, что нельзя делегировать. Вот ключевую твою компетенцию, ключевую деятельность делегировать невозможно. Если я управляю компанией, то стратегию компании я не могу отдать сотрудникам. Ребята, создайте, а я вам скажу, правильно или неправильно. Нет, это моя ключевая компетенция. Вот все остальное нужно отдать. Почему нужно отдать? Потому что если ты не заберешь себе самое важное, не будешь над ним работать, то это за тебя никто не сделает. А все остальное можно отдать сотрудникам, взяв на себя ключевую твою роль, иначе ты не руководитель или там, не управленец, не генеральный директор, не то, за что ты, ну, даже если не получаешь деньги, то не то, для чего ты придуман в этой компании. Второе – страх неудачи, что я отдам задачу, а ее не сделают там вовремя, не вовремя или в какой-то еще там период времени. Еще один проверочный вопрос. Изменится ли ситуация, если я задачу отдавать не буду? Вот если я всегда буду хранить это у себя, что произойдет через месяц, через год, через два года? Приближусь ли я к тем изменениям, которые внутри компании планирую? И чаще всего ответ нет, потому что если мы не меняем ничего внутри компании, то и компания сама не меняется, и результаты, по сути, не меняются. Поэтому отдавайте, даже если что-то пойдет не так. Мы сейчас поговорим чуть попозже на слайдах про точки контроля, как вытащить такие точки контроля. Но, тем не менее, страх неудачи, он всегда будет. Попробуйте преодолеть его, компенсировать
промежуточным контролем, объяснением сотрудникам, правильным делегированием. Ну и третье, если я отдам задачи, то чем я буду заниматься? Ну, скорее всего, ключевой задачей. Да? Вот у вас есть какой-то, если вы выросли внутри компании с одной позиции на более взрослую вверх по иерархии, то, скорее всего, вы очень классно делаете предыдущую часть работы, а теперь вам нужно научиться новую часть работы сделанной, потому что вы переходите в другое качество. Очень страшно, конечно, отказываться от того, что ты здорово умеешь отдавать это, чтобы осваивать новое, но тем не менее, это ваша ключевая роль, это ваша ключевая функция. Задаем себе вопрос, буду ли я развиваться, вырасту ли я самостоятельно, это вот про меня лично, и в рамках компании, вырастет ли компания со мной вместе во главе подразделения или там целиком компании, если я буду делать то, что делал до этого на другой позиции. Теперь давайте в другую сторону, почему сотрудники не берут задачи. Я немножко в шуточной форме попробовал сказать, что иногда сотрудники не видят смысл. Мы не объяснили, зачем там, что-то происходит внутри, что-то мы делаем. Отдаем задачу, она неинтересная, непонятная, человек не хочет ее брать по каким-то внутренним причинам. Есть сотрудники, которые не могут выполнить задачу. Правда, есть задачи, которые кто-то может позволить себе реализовать, кто-то не способен тоже по разным причинам. Образования не хватает, драйва нет, компетенции нет, не может понять, что движет, например, клиентами, если задача клиентская. То есть сотрудники не хотят, сотрудники не могут, и сотрудники не понимают, как. То есть вроде понятна задача, понятен начало задачи, понятен финал, а вот как добраться, как пройти этот путь, совершенно непонятно. Мы сейчас посмотрим на несколько этих пунктов, на три этих пункта с точки зрения системы. Может ли система, мы сейчас говорим про там, Bittrex 24, каким-то образом помогать преодолевать первый, второй или третий барьер со стороны сотрудника? Что происходит со стороны сотрудника? Он не хочет брать по каким-то причинам. Если мы эту задачу передаем в системе, то первое, что мы видим внутри командной работы, это коллективная ответственность. Коллективная ответственность – это когда твои сотрудники тоже видят, что в рамках определенного проекта мы запускаем новый продукт, там сейчас не открываем, конечно, офисы, но, например, там выводим в продажи новый продукт или сделаем новое подразделение, перепрошиваем процессы внутри компании, работает несколько человек над задачей, и если мои сотрудники видят, мои коллеги видят, что я тоже взял эту задачу, то я несу ответственность не только перед своим руководителем, но и перед всей командой, по сути. И вот эта вот коллективная ответственность заставляет меня работать лучше, взяться за задачу и довести ее до финала. Намного лучше работает, намного сильнее работает на человека, чем просто руководитель выдал ему какую-то задачу, он ее сделал или не сделал. Второй момент здесь, что мы всегда можем контролировать. Все задачи учтены в единой системе, и мы понимаем, двигается задача или нет, приблизились мы к успеху или нет, как мы идем. Вот есть точки контроля, которые мы наметили, и система прозрачно показывает нам, способен ли человек, может ли человек и хочет ли человек, взял ли он эту задачу, будет ли он выполнять ее. Второй блок – это сотрудник не может, когда он готов взять задачу, берет ее на себя, но не может ее вытянуть. Здесь, опять же, принцип прозрачности покажет нам, что есть проблема, и покажет это вовремя. Не по результату мы выдали сотруднику задачу на 2 месяца, он в конце 2 месяца пришел к нам и говорит, ничего не получилось. Мы по дороге расставили вот точки контроля, можем посмотреть в системе, есть ли движение по задаче и в какую сторону человек двигается, и это прозрачно показывает нам, способен, не способен. Может быть, нужно помогать. И если нужно помогать, опять же, вот здесь я наоборот поставил пункт, и принцип коллективной ответственности преобразуется в принцип там, коллективной помощи. Я могу спросить у своих товарищей, если я в задаче не один, если они тоже видят, могу спросить совета. Если это принято внутри корпоративной культуры, я вот Владимир много говорил про это, что должно быть принято. Передача знаний внутри должна быть, это там, ценность компании, такой опыт. Поэтому мы можем помочь самостоятельно, видя эту проблему, коллеги могут помочь, я могу помочь. Это все благодаря системе, которая прозрачно показывает, что с задачей происходит. Ну или сотрудник не знает, как ее делать, здесь поможет там простая механика. Мы при постановке задачи указываем маршрут. Вот он чек-лист, тебе нужно выполнить пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Делай это в этом порядке, если что-то нет, то спрашивай, пожалуйста. Ну и мы можем добавить к задаче такую роль, как соисполнители. Пожалуйста, ты смотришь на постановку задачи, ты видишь, что рядом с тобой находится человек, который тебе поможет, и он вместе с тобой эту задачу может делать, помогать тебе. Ты основной ответственный, он тебе помогает в этом процессе. Значит, немножко, наверное, результирующий слайд такой, что система помогает делать, это прозрачность, коллективная ответственность и четкая инструкция, маршрут. Но самое главное, мы понимаем, сколько задач на конкретном каждом сотруднике, и есть ли у него с этими задачами хоть какая-то сложность. Я сейчас небольшое видео покажу интерфейсно. Не все работают в Bittrex 24, насколько я понимаю. Поэтому вот
покажу, как ставится задача в интерфейсе Bittrex24. Пожалуйста, открывается вот такой слайдер, мы его называем. Мы ставим название задачи, описываем внутри текст, что нужно сделать. Вот здесь просто комментарий, что это очень срочно. А так мы можем написать, эта задача в рамках там, такого-то проекта нужно, конечную цель преследуем эту. По дороге лучше уточнить, есть вводные данные. Если нужен чек-лист, то, пожалуйста, мы его редактируем. Вот он, чек-лист там, из двух пунктов. Мы их набросали, они четко видны. Нужно приложить документы к этой задаче, так часто бывает. Пожалуйста. Если мы хотим несколько ролей указать, вот они, там, самая главная роль ответственная, я выбрал человека, нужен соисполнитель. Я добавил человека просто из структуры компании, делается это быстро. Вот тут два человека в соисполнителях. Нужны наблюдатели, люди, которые в курсе этой задачи, пожалуйста, я точно так же поставил их. Часто в компаниях говорят, что нельзя ставить задачи там, через голову руководителя. Если ты ставишь задачу, то обязательно в копию, то есть вот в наблюдатели, ставишь руководителя. Если эта задача в рамках проекта, то об этом тоже нужно говорить, и можно говорить не только текстом, но просто добавить ее в какую-то основную задачу. Есть учет времени, есть напоминалки важные, вот про контрольные точки, помните, мы начали говорить. Если нужно поставить контрольную точку в недельной задаче, которая должна в пятницу завершиться, что в среду нужно проверить промежуточный результат, пожалуйста, мы поставили напоминание, указали, кому придет такое напоминание, самому исполнителю или постановщику, чтобы он пришел и проверил задачу. Ну и совершенно спокойно двигаемся дальше. Много еще функционала я до конца докручивать не буду, но вот такой полезный инструмент, который расставляет все точки над «и» в постановке задачи, в том, что мы поручили нашему сотруднику поделать. Теперь немножко про делегирование. Владимир рассказывал про 4 типа разных делегирований. Я чуть с другой стороны, так суммарно, тоже скажу об этом. То есть люди внутри нас, которые очень круто знают свою профессию. И иногда лучше нас могут сделать такую задачу. Это любимый тип людей. Вот ты даешь им много свободы, показываешь цель и вдохновляешь, зачем это нужно сделать. Примерно понятно. Они сами идут, ты контрольные точки расставил, поговорил с ними вовремя, они отчитались, как идет дела, ты им что-то посоветовал, возможно, или скорректировал. Все нормально. Есть новички, которые только пришли, им нужно показать цель и вместе с ними сесть и расписать тот самый маршрут. Сказать, друзья, мы с вами идем к этой задаче таким образом. Мы сначала делаем первый пункт, потом второй, потом третий. Вот здесь важно, обратите внимание, может быть, там скользко, не подскользнитесь, не упадите. Мы намечаем, когда мы приходим разговаривать про эту задачу, когда мы показываем промежуточные результаты и как мы понимаем, что задача выполнена корректно, хорошо. Вот они, критерии оценки. Максимально подробно с ними проговариваем и маршрут вместе с ними рисуем. Ну, еще есть промежуточные категории, когда люди уже не новички, но еще не суперпрофессионалы. Мы показываем цель и вот здесь перекладываем построение маршрута на них. Мы говорим, друзья, вот она цель, и, пожалуйста, расскажите, как вы к ней будете двигаться. Потом мы это с вами обсудим, проверяем эту цель, проверяем этот маршрут и говорим, да, все окей, или вот здесь давайте поставим, ну, еще один пункт или еще одну точку контроля. Вроде бы все просто, ничего такого страшного нет. В комментариях видел, когда при постановке писали про смарт-постановки, очень рекомендую абсолютно точно. Значит, это не про стиль делегирования, это про стиль описание задачи или там про пункты, которые должны быть внутри задачи, чтобы она пришла нормально. Это задача конкретная, измеримая, достижимая, она относится релевантная к сотруднику, что это его задача, и он ее должен делать, и она ограничена по времени. Вот там ключевые принципы, которые есть в смарте. Много информации про смарт на просторах интернета. Посмотрите, почитайте, я думаю, что будет интересно. Всегда смарт уменьшает время на передачу знаний и вот эти итерации. Если ты правильно поставил задачу, то редко возникают дополнительные вопросы. А что будет в этом случае, а что в том случае, а если вот так получается, а можно ли там передвинуть срок? Если мы по смарту ставим задачу, то это уменьшает количество итераций, упрощает коммуникацию и постановщика задачи, и исполнителя, того, кто делает задачу. Значит, если, давайте мы еще раз, если мы ставим задачи, делегируем или не делегируем, мы первое, про что мы в первой части поговорили, это доверие. Сотрудники очень чувствуют. Если мы не отдаем им задачи, значит, мы не доверяем. Нужно доверять сотрудникам, нужно отдавать задачи. Я вроде бы пункты привел, но сейчас суммарно. Пункты почему, за и против. Если мы отдаем, то мы, правда, командой делаем больше. Человек, отдавая задачи, фокусируется на важных вещах, делает ключевые, соответствующие своей роли, пункты, и компания идет дальше. Вы занимаетесь более важными, более глубокими вещами. Сотрудники, которым вы отдали задачи, получают дополнительную мотивацию и растут. Если у вас в команде интересные, идейные, классные люди, то
на одних и тех же задачах долго они не продержатся. Нужно передавать им все более и более сложные, развивающие их изнутри задачки. Если мы не отдаем, не делегируем, то вы всегда перегружены и не можете сфокусироваться на ключевых своих задачах, на задачах, которые двигают бизнес, меняют процессы в системе, управляют людьми. Вы как специалист занимаетесь теми же задачами, которые занимались до этого, будучи на предыдущей позиции. Сотрудники, у вас остаются только те, которые инициативы не проявляют и которые говорят: скажи мне, что сделать, я сделаю. В каких-то ролях это нормально, но в ролях развития компании это не помогает никак. Это не те люди, которые могут двигать компанию дальше. Поэтому сильные члены команды, которые готовы вкладываться, готовы быть драйверами, они, к сожалению, от вас уходят рано или поздно, не получая подкрепления, не получая новых задач. Теперь хочу немножко поиграть с вами, буквально тут 5 минут. Скажите мне, пожалуйста, друзья, знаете ли вы про управленческих обезьян? Кто это такие? И что это вообще за история про управленческих обезьян? Значит, пока вы пишете, знаете или не знаете, я вам немножко расскажу, что это в двух словах буквально. Значит, управленческая обезьяна – это такая задача или дело, когда к тебе приходит сотрудник, коллега твой или твой сотрудник, и говорит: смотри, вот моя задача, и я хочу об этом с тобой поговорить. И в этот момент он заходит, и на плече у него сидит такая вот виртуальная обезьяна. Выглядеть может по-другому, но принцип такой. Значит, она сидит на него. И у кого останется эта обезьяна, определяет, кто отвечает за задачу дальше. То есть я сейчас приду к своему руководителю, говорю: ой, что-то я не могу сделать задачу, то есть я пришел с обезьяной. Если мне удается пересадить обезьяну на плечо руководителя, значит, я задачу отдал, за нее больше не отвечаю. Если она остается у меня, то это уже искусство управления руководителя. Про делегирование ответственности, тогда все нормально, сотрудник занимается своей задачей, а я как управленец, как консультант. Значит, сейчас попробуем с вами несколько вариантов проиграть, на ком останется задача. Давайте кейс первый. Я сотрудник, прихожу к своему руководителю и говорю: у меня в проекте вот какая-то проблема. Например, там не заводится поставка с одним из наших импортеров, мы не можем договориться по цене. И мой руководитель отвечает: ну хорошо, я подумаю, что можно сделать. Скажите, пожалуйста, на ком управленческая обезьяна? На сотруднике осталась или осталась на руководителе? Вот в этом кейсе я говорю: проблема, что значит, я подумаю, что можно сделать. Да, совершенно верно, друзья, проблема перешла на руководителя. Потому что через там 2 дня ко мне зайдет мой сотрудник и спросит: скажи, ну как там задача, подвигалась? И это получается, что да, обезьяна пересела на шею руководителя и стала его проблемой, его задачей. Хорошо, научились видеть. Давайте другой кейс. Значит, приходит ко мне сотрудник и говорит: у нас в проекте проблема, а я уже опытный, знаю, что он хочет меня обезьяну пересадить. Говорю: слушай, нет, ты напиши мне, мне сейчас некогда вообще, я твою задачу не возьму. Текстом, в письменном виде мне напиши. На ком обезьяна? Так, на сотруднике, ни на ком обезьяны нет. Так, сотрудник, руководитель, разделились наши мнения. Значит, смотрите, что делает в этот момент сотрудник? Он мне пишет письмо, конечно же. Он эту обезьяну торжественно через почту отправит ко мне, и потом опять зайдет и спросит: скажи мне, пожалуйста, что с задачей? Ты решил, ты подумал, ты придумал что-нибудь? Значит, задачу мне не получилось обратно на сотрудника отдать, не выходит. Давайте кейс третий. Приходит ко мне сотрудник и говорит: слушайте, проблема с проектом, не можем никак сдать там какой-то супер дизайн, а вы же с Сергеем Владимировичем вместе там детей в школу водите, поговорите с ним, вам чего стоит, скажите, что нормальный дизайн, пусть они нам нормально доверяют. Значит, я говорю: слушайте, знаю про управленческих обезьян, я вам вообще ничего не обещаю, но при случае поговорю. На ком история? Да, значит, товарищи, вы опытные уже, а на руководителя я взял на себя. Я хотя и сказал, что я ничего не пообещал вам, не обещаю ничего, но при случае поговорю. Что происходит в следующую нашу встречу с сотрудником? Он говорит: ну как, поговорил, задача на мне. Значит, ну и последняя история, 4-я про управленческих обезьян. Значит, другой кейс, не приходит ко мне с проблемой человек, я хочу развивать отдел и придумал, как это сделать, вызываю руководителя отдела к себе, говорю: зайди ко мне, пожалуйста, во вторник, я тебе покажу план развития отдела, мы с тобой его там обсудим, все окей. Значит, приходит ко мне человек во вторник, я рассказываю ему план, он говорит: хорошо, окей, я пошел делать. Если вдруг что-то пойдет не так, на ком будет ответственность, управленческая обезьяна и ответственность, на сотруднике, который пошел делать, или на мне?
сотрудник, руководитель, руководитель, руководитель. Значит, да, не буду вас мучить, значит, ответственность получается на мне, потому что он скажет, план не получился, но это ж ты его придумал. Я его только сделал. Придумал ты, придумал плохо. Ну вот что я сделаю? Я очень старался, сделал все, как мы написали с тобой. Значит, для чего я вам про управленческих обезьян немножко кейсов подавал? Попробуйте отслеживать у себя внутри, эти управленческие обезьяны каждый день бегают. Вот если вы начинаете отслеживать их внутри у себя в команде, понимаете, что вы их пересаживаете на плечи кому-то, вам их возвращают обратно. Это ненормальная ситуация, это неправильное делегирование. Значит, не соглашайтесь с ним. Видите ситуацию и старайтесь сделать так, чтобы обезьяна осталась на плече у человека, который отвечает за ту самую задачу, чтобы он ее к вам не пересаживал. Значит, примеры рассмотрели. Весело, давайте идем дальше. Что с инструментами? С примерами понятно. Там, инструментарием это не решить, это коммуникация. А что сделать можно инструментарием? Внутри Bittrex24 мы с вами посмотрели уже по ролику большое количество функционала, который позволяет работать с делегированием, с постановкой задач, с контролем задач, с делегированием, все окей. В разных методиках можно работать внутри Bittrex24 в задачах, можно работать с гибкими методологиями, здесь пример канбана, передвигать по доске задачки. Можно работать с классическим, там, с водопадной технологией, со списками, пожалуйста, как удобно. Точно так же мы и работаем. Там, хотим по гибким, идем по гибким. Хотим по водопаду, классическим методологиям, там, PMBOK, пожалуйста, идем так. Постановки задачи правила мы поняли. Поставить ее можно из разных точек, внутри продукта, это все окей. Любой сотрудник, любому сотруднику может такую задачу по умолчанию поставить. Выбрать ответственного и сказать ему, вот что я хочу от тебя сделать. Мы рекомендуем, конечно же, там есть у каждой задачи комментарии, и это супер важно. В комментариях уточнять, понял ли человек задачу, принял ли ее, начал ли он делать. Потому что при большом потоке задач иногда можно что-нибудь пропустить. Не забывайте про эту коммуникацию. Не просто бросить задачу убежать, поговорить о задаче, все ли понятно. Разделение на роли. Еще раз покажу здесь, что есть роль ответственного, постановщика, наблюдателя. Ответственный. Вы выставляете постановщик автоматически. Ты, но есть кейсы, когда, например, секретарь за директора расставляет задачи. Тогда она руками может сказать, что это, выставить, что эта задача не от нее, хотя она создает задачу, а от там, ее руководительницы, от ее руководителя. Пожалуйста, можно поставить так и работать в таком формате. Так тоже такой кейс работает. Немножко про счетчики вам расскажу. Это очень классная механика, к которой мы давным-давно привыкли, еще начиная с электронной почты. Когда у нас в компьютере возникал кружок-счетчик, в котором было там 3 непрочитанных сообщения, мы открывали почтовую программу и смотрели, что там за сообщение. Сейчас мы каждый день пользуемся этим на смартфоне. Вот он, счетчик с непрочитанными сообщениями, и мы автоматически, вот там палец, рука тянется у нас, посмотреть, что там под ними лежит. Мы тоже эту механику используем, и в корпоративной работе, в корпоративной действительности, пожалуйста, есть у вас у каждого роли, то есть я делаю задачи, я там исполняю, я поручил, я наблюдаю, счетчик, сколько задач требует вашего внимания. Это очень упрощает принцип, куда выбрать, куда направить свой фокус внимания сегодня. Видишь счетчики, работаешь по ним. Для регулярных задач есть шаблоны, планерка каждую неделю, отчет каждый месяц, каждый там, какой-то период времени, большой, маленький, или там, не знаю, каждую субботу, каждую пятницу, каждый вторник. Мы что-то проводим, что-то регулярное делаем. Чтобы не создавать задачу, один раз на там, ближайшее время, на полгода, на год мы расписали задачу, и она постоянно создается. Можно шаблоны делать проектные, мы открываем типовой проект, вот шаблоны, вот ответственные сроки, мы это сохранили, и этими шаблонами двигаемся дальше, сильно упрощает постановку задач. Внутри раздела с задачами есть такая эффективность, когда вы видите, с какой эффективностью работает сотрудник. Очень простой предельный показатель, но который заставляет переместить вас фокус внимания на сроки и выполнение задачи. Это там цифра 82%, означает, что из 100 задач 82 у вас без нарушений, например, там сроков или оценок. И тогда все нормально. Если вы показатель этот выносите в, ну, даже не в KPI, а просто смотрите за ним, говорите, у вас не должно быть меньше 80% эффективность. Тогда команда работает нормально. Если процент ниже, значит, что-то не так. Значит, мы не сообщаем коллегам, что мы задачу не успели, или значит, что человек перегружен, или еще что-то, на что нужно посмотреть и принять решение. Теперь немножко еще про виртуальный офис. Когда мы работали в офисе, процесс коммуникации и постановки задачи, спросить, как там с задачей дела, был намного проще, чем сейчас, когда у нас там гибридная форма, или опять мы, может, уйдем на удаленку, или кто-то вообще перешел на удаленку, или появляется там пару раз в офисе. Мы в формате, когда мы не видим друг друга лично каждый день,
вынуждены еще лучше автоматизироваться, еще лучше перекладывать в структуру, соответствующую наши задачи и наши действия, и коммуникацию тоже. Поэтому стало намного важно, намного важнее, чем было до того, как мы ушли в удаленный формат с пандемией и вирусами. Виртуальный офис – то пространство, которое мы воссоздаем. Даже если мы сейчас в гибриде работаем, часть в офисе, часть дома, мы должны сделать и обычный офис, и виртуальный офис, чтобы там была коммуникация и все процессы. Что это означает? Я должен видеть всю структуру компании, если особенно я новый сотрудник и пришел вообще в удаленный формат, я должен видеть, как выглядит компания по структуре, где я нахожусь, где другие сотрудники находятся, как их выбрать. У меня должен быть профиль, представление, кто я такой, как я представляюсь внутри компании. Ну, я точно так же могу посмотреть на людей, с которыми общаюсь, это для коммуникации важно. Как выглядит человек, там, условно, какого он возраста, что он написал у себя в профиле, чем он увлекается. Вот здесь могут быть пересечения, и мы можем найти общий язык, поговорить, что там яхтенный спорт – то, что мы оба там очень любим. Отлично, про это несколько слов. Там, мы играем на музыкальных инструментах, классно, какой стиль музыки предпочитаешь поговорить. Календари – типовой инструмент, все нормально с ними, я думаю, что все привыкли, никаких комментариев дополнительных не нужно. А вот доступ к документам – очень важная история. Доступ к документам должен быть в равной степени рабочим как из офиса, так и в удаленном формате. То есть мы должны обеспечить полный доступ к тем документам, которые нам необходимы. Пожалуйста, это вот Bittrex24 диск, права доступа, различные папки, папки по рабочим группам, папки общие, где мы можем найти там, не знаю, фотографии, документы, шаблоны, много-много всего. Пожалуйста, вот те самые рабочие группы. Мы объединяем часть сотрудников для того, чтобы выполнить какой-то проект. Объединяем их в рабочую группу чаще всего либо по отделам, там отдел маркетинга, отдел производства, финансовый блок объединяются таким образом, либо под конкретные проекты. Открытие офиса, запуск новой услуги, там, разработка фирменного стиля. Пожалуйста, любой проект, объединяешь несколько человек внутри команды. И самый большой плюс здесь в коммуникации, вы вместе создаете там новую ценность. И одновременно с этим вы накапливаете знания на портале. Если мы в подразделении маркетинга все время работаем в этой группе, публикуем там новости, даже ведем базу знаний в этой группе, новому человеку намного легче погрузиться в ту специфику, которую мы ведем. Владимир в первой части говорил про такую книгу, и вот эта книга может быть внутри рабочей группы. Мы обсуждаем проект, и как шел этот проект, мы совершенно просто по сообщениям в нашей ленте можем посмотреть и развитие этого проекта, как мы что-то обсуждали. С рабочими отчетами очень простой инструмент, но очень рекомендую, если не включили, подключите. Это простая штука, которая возникает у вас раз в определенный период времени, например, раз в неделю, если вы недельные циклы закладываете. Вы говорите, вот что я сделал, что у меня получилось на одной закладке, и вот что я планирую на следующую неделю использовать. Очень классно работает, структурирует в голове у человека, который такой отчет пишет, что он сделал, что он будет делать, и дает понимание руководителю, что сотрудник делает. В любой момент времени спроси, посмотри отчеты, вот совершенно понятно, чем занимался человек, не нужно вспоминать. Про обучение. Владимир говорил про неделю. Мне кажется, неделя такой очень интенсивный, фокусное время, когда человек учится. Я не знаю насчет малого бизнеса. Кажется, что и в малом, и в микро, и в любом типе бизнеса необходима часть обучения. Ты в любом случае передаешь знания. Здорово, если это можно сделать условной ссылкой. Вот я здесь разместил скриншоты из базы знаний. Накапливается база знаний по всей компании. Как выглядит компания, какие ценности у нее, что она из себя представляет, с кем она работает, какая аудитория. Как мы работаем с клиентами, для отдела продаж мы там собрали все возражения, как правильно реагировать на тот или иной запрос. По клиентскому сервису собрали, по маркетингу подводные камни собрали, по производству точно так же сделали. И я могу достаточно быстро, если я новый сотрудник, прийти и познакомиться с опытом компании. Вообще опыт компании – это супер важная история, поскольку это и есть ценность, то знание ценностное, которое остается у компании. Давайте простой пример. Если я финансовый консультант или финансовый директор, я пришел в компанию и работаю в ней там 10 лет, компания оказывает услуги финансового аутсорсинга, то я очень крутой специалист. Люди, которые обращаются в компанию, получают от меня крутую услугу. В тот момент, когда я решил закончить работать в компании, выйти, не знаю, в свою собственную компанию или перейти в другую, у меня потрясающее резюме. Я 10 лет занимался спецификой этой деятельности, работал с такими клиентами, и опыт этот у меня есть. Если этот опыт, подводные камни, способы решения вопросов не зафиксированы в компании, в базе знаний, где-то, чтобы не остаться в компании, я этот опыт как сотрудник забираю себе. К
компания остается без этой ценности и без этого опыта. Нельзя так делать, мы часть бизнеса просто теряем вместе с сотрудником. А я могу уйти совершенно по-хорошему, это не то, что я там ушел конкурентом или что-то жесткое сделал, страшное. Я просто расстался с друзьями, ухожу дальше, вот вырос и на вырост пошел. Но опыт забрал себе, поэтому делайте так внутри компании, чтобы опыт оставался другим сотрудником, оставался ценностью компании. Очень важно. Коммуникации тоже супер важная история. Всегда повторяю, что одной системой, простой системой не заменить общение между людьми. Вот с управленческими обезьянами мы с вами посмотрели. Я могу поставить задачу на человека, но если человек придет ко мне и скажет, слушайте, там, позвоните своему другу, вы же с ними хорошо общаетесь, а у нас тут не идет дела, я соглашусь, да, там, при случае позвоню, задача осталась на мне. Если что-то непонятно, нужно спросить, но для этого нужны инструменты. То есть спрашивать правильная история, коммуникация – очень важная история. Нужны простые инструменты. Где мы общаемся? Там, мы общаемся в чатах. Вот у нас есть чаты корпоративные. Не человек сам придумал, где я спрошу у коллеги важную информацию, там, WhatsApp, Telegram, Viber, еще где-нибудь, а потом ты ищешь, где же ты кого спрашивал, кому где удобнее было. Нет, есть общий корпоративный чат в Bittrex24, все рабочие коммуникации в этом чате. Есть мобильное приложение, пожалуйста, ты взял, посмотрел на мобильном, общаешься точно так же, как с чатом. Нужно найти историю, пожалуйста, поиск по истории. Нужно передать файл, пожалуйста, передал файл. Любому человеку из структуры нужно написать, не нужно добавлять в телефонную книжку всю компанию, чтобы иметь возможность там кому-нибудь в WhatsApp бросить сообщение, а что в пятницу, где собираемся, какой адрес условно. Нет, пожалуйста, это все корпоративный чат, и это правильный инструмент для коммуникации. Не все решается чатами. Есть моменты, которые нужно обсудить. Мы забрасываем идею, и нужно покрутить ее со всех сторон. Или нужно написать отчетный пост о том, что мы провели мероприятие. И, пожалуйста, это нужно делать не в формате чата, там, на всех разбрасываясь. Это делается в формате живой ленты. Вообще живая лента, по сути, заменила электронную почту внутри компании. Мы совершенно не пользуемся электронкой внутри для того, чтобы друг с другом общаться, потому что обсуждение в электронке уже не работает в таком формате. 10 ответов туда-сюда, кто что думает – очень сложно воспринять в почтовом сообщении, намного проще воспринимать комментарии. Мы комментариями можем обсудить любой вопрос. И если чат – это быстрая коммуникация, по-быстрому спросить, то вот живая лента – это то, что должно сохраниться в истории, то, к чему можно вернуться, пересчитать, посмотреть ход обсуждения. Про видеосообщение скажу здесь отдельно. Вот особенно, когда мы ушли в удаленный формат работы, и особенно я видеосообщение рекомендую руководителям. Руководителям там, первого уровня, генеральным директорам или там, директорам компании, ну и руководителям подразделений. Когда у вас нет возможности поговорить с человеком лично, вы не встречаетесь в офисе постоянно, если все-таки там, вы ушли на удаленку или есть такой риск, что вы перейдете на удаленку, общайтесь с такими сообщениями. Записывайте раз в неделю, там, в полнедели, два раза в неделю, записывайте сообщение своим сотрудникам. Привет, дела у компании идут вот так, мы сейчас ставим ключевую цель перед собой вот такую, двигаемся к ней хорошо или плохо, здесь нужно ускориться, поднажать, здесь у нас все отлично, большое спасибо этой части команды, ребята, мы с вами там здорово все делаем, или ребята, нам с вами сейчас нужно собраться для того, чтобы до конца месяца там закрыть ту самую цель, про которую мы говорим. Это хоть и не полноценный формат живого общения, но намного лучше, чем текст или совсем ничего. Очень важно в текущем режиме компании, сотрудникам компании понимать, как живет компания, чем живет компания, видеть живую эмоцию. Если это записывает генеральный, это прям классная история, я очень рекомендую. Сами видим, регулярно смотрим. Вообще, друзья, завершая эту историю, Bittrex24 – это инструмент, который помогает работать и внутри команды, обеспечивая эффективность, передачу задач, там, точки контроля, в какой момент времени мы можем посмотреть, сколько задач у нас, или в какой момент времени мы можем увидеть, насколько перегружен сотрудник, как дела по конкретной задаче, это пожалуйста. Мы можем настроить всю коммуникацию между собой, про коммуникацию немножко поговорил. Мы настраиваем работу с нашими клиентами, это блок CRM, сегодня совершенно не касались этой темы, но там большой блок CRM, где можно общаться с клиентами, ну, либо в любом мессенджере, либо по телефону, по электронной почте, через абсолютно разный канал, вести клиентскую базу, совершать дополнительные продажи, вести по воронке, много-много всего. Есть сайты и магазины, которые точно так же в Bittrex24 можно создать и сделать достаточно быстро, это конструктор, и все это прелесть в том, что объединено единым пространством, которое закрывает все задачи внутри компании и общение компании со своими клиентами. Маленькое резюме того, что мы сегодня с вами сделали. Мы сегодня поговорили про то, как не работать за других. Ну, как не работать за своих коллег или за своих сотрудников. Первое, про что мы с Владимиром говорили в самом начале, это подбор сотрудников.
критерии, которые вы должны выставлять к новому сотруднику, работающему с вами в ближайшем будущем, должны быть четко описаны. Это не два критерия, и это не только критерии, которые касаются, ну, вот хард-скиллов, так называемых, профессиональной деятельности. То есть это не только должен быть бухгалтер, у которого есть знания по, там, ну, СВО условно. Это должен быть человек, который созвучен вашей компанией. Он, если это спортивная стезя, то он должен как-то относиться к спорту. Если это, не знаю, детские праздники, то он должен понимать, там, у него дети, у его знакомых дети, как это работает. То есть вы подбираете в свою команду примерно близких по духу к вам людей, описывая критерии, что они должны уметь. Экстраверты, интроверты, специальные знания, хобби, там, петь песни, все что угодно. Второй момент, мы должны правильно делегировать, понимая, кто перед нами и как мы отдаем ту или иную задачу. Это суперпрофессионалы, это люди, которые только начинают с нами работать. Как выстроить то пространство, когда ты не боишься вопросов? Говоришь, приходи, задавай вопросы. Если нет вопросов, это потенциальный риск, что потом ничего не получится. И мы с вами поговорили про инструменты, в которых можно все это вести, про Bittrex24. Ну, параллельно поговорили немножко про управленческих обезьян. Надеюсь, вам было там весело, интересно, и теперь вы этих обезьян будете замечать и у себя на плечах, и тех, которых вы отдали вашим коллегам. Спасибо огромное, друзья, за это время. Мы в полтора часа уложились. Если остались вопросы, то коллеги, которые сегодня с нами в чате работали, большое спасибо, друзья, придут к вам с этими вопросами. Не осталось ли у вас что-нибудь, что мы сегодня не проговорили? Нет ли задач по Bittrex24? Или нет ли задач в бизнесе, который Bittrex24 сможет решить и сможет помочь вам. Всем большое спасибо, удачи, удачного бизнеса.